Первое послание к Коринфянам, глава 16. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствует вас церкви Осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. Приветствует вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.